что ответил на вопрос, как это было раньше. Раньше это было повсеместное, повсеместное такое домашнее, домашняя магия, домашнее чародейство. Вот. Здесь я записала, как вот я слышала, как рассказывали бабушки, знатки. У нас на севере называют знатки, знатухи и знатки. Вот. Таким образом, что рассказывает? Я даже побольше сделаю, чтобы вам видно было. Как от сглаза лечить ребенка-то? Случай был, у меня внучку привезли. Внучка у меня была бела-бела, она бела-бела. Светлые волосы и лицо. Соседки были, две старушки. В общем, ее, наверное, когда ходила по двору, сглазили. Ой, какая белая. Я смотрю, а Светушка-то запеклась, погорела, так запеклась, головушка покраснела. Сама вся покраснела, у ей температура. Я взяла черную ниточку, да повязала ей прядку на головке. Тут надо пошептать. Что, мол, коли с ветра пришло на ветер, поди, со злого глаза пришло обратно, поди. Нитку с прядкой отрезала, да чи сожгла. Потом через порог ей головушку намыла. У меня во вторую половину был порог. Надо взять водушки, на водушку поговорить, что, мол, с воды пришло, на воду поди. И ей все намыло головушку. Я с одной стороны порога, внучка с другой. Взяла лоток и помыла ей всю головушку. Так к вечеру прошло все. А соседки и впрямь занедужили на завтра. Вот привела вам пример того, как рассказывают наши северные бабушки, ведающие о своем наузничестве. Это нитки, это заговор, сжигание ниток. Я знаю, что, например, в дупло дерева прячут вот эти вот наузы. Разные-разные наузы делают на любовь, на здоровье, на богатство. Поэтому, если говорить о том, что есть ли вот такие вот корни, есть ли традиции наузничества, ну, по крайней мере, у нас на севере они сохранились.